В Армении продолжаются антиправительственные протесты. После призыва оппозиции ее сторонники вновь собрались на площади Франции. Заявившие о недопустимости проведения обсуждений на международном уровне с Пашиняном, которого они считают нелегитимным премьер-министром, протестующие потребовали от сил безопасности воздержаться от насилия, освободить арестованных и провести в стране новые выборы. Затем участники акции совершили шествие по проспектам Баграмяна и Демирчана к зданию МИД. Между тем, в Ереване с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встретившийся со своим армянским коллегой, Лавров в заявлении для прессы коснулся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и сказал, соглашение о мире основано на предложениях, предоставленных азербайджанской стороной.